Ой, Карина, что-то ты совсем захворала. Есть немного. Кажется, я знаю, что нужно делать. У меня коллега приболела, мне нужен мед. Можно вот что-то, чтобы ее прям быстро на ноги поднять? Да, конечно, с удовольствием вам помогу. Из многообразия медовых сортов порой так сложно выбрать именно свой мед, чтобы подходил по полезным свойствам и был приятным на вкус. 22 сорта свежего, качественного меда этим летом собрали в Кировской области. Как отмечают пчеловоды, места богаты медоносами. Никому не секрет, что очень много леса вырубается, вот, вывозится эти места, они быстро зарастают. Вот, зарастают малиной, иван-чаем, и поэтому вот, с этих мест можно очень хорошо собрать малиново-кипрейный мед. А чтобы вы получили еще больше витаминов, Сандалову подготовили продукцию пчеловодства и натуральные мази для суставов и кожи. Сандаловы балуют гостей уже традиционной акцией. Покупаете 2 килограмма меда, а третий получаете в подарок. Это предложение позволяет выбрать сразу несколько душистых и полезных медовых сортов. Липовый, малиново-кипрейный и цветочный мед предгорье. Отличные варианты при простуде. Кстати, последний, цветочный, в этот раз стал товаром месяца. Его можно купить со скидкой 35%. Если не знаете, какой именно сорт выбрать, помните, Сандаловы всегда помогут с выбором. Место встречи ДК «Металлургов» до 19 октября. Успевайте. Кстати, завтра пчеловоды будут работать и в Соликамске. Ну вот и все. Держи мой любимый малиново-кипрейный мед. Он отличная находка при простуде.